Извержение вулкана Мерапи на индонезийском острове Ява привело к гибели 25 человек. Причиной смерти стали сильные ожоги и отравление ядовитым пеплом. Несмотря на то, что власти заранее распорядились эвакуировать жителей близлежащих деревень, многие не стали покидать дома, опасаясь мародерства. Спасатели, работающие в регионе, не исключают, что число жертв может еще увеличиться, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести. Ну а на соседнем острове Суматра ликвидируют последствия цунами. Гигантская волна, которую спровоцировало почти 8-бальное землетрясение, обрушилась на побережье в понедельник. В списке погибших уже 154 человека. Тысячи семей остались без крова. Некоторые населенные пункты полностью разрушены. Ситуацию осложняют непрекращающиеся подземные толчки. Только за это утро было зарегистрировано сразу 4 землетрясения силой выше 5 магнитуд.